В Люберцах завершилась реставрация дома Круминга. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил заместитель главы администрации городского округа Люберцы Андрей Сыров. Он также подчеркнул, что все работы проводились в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья». В непосредственной близости с территории бывшего завода имени Ухтомского расположен объект культурного наследия «Дом Круминга», где в 1920-1921 годах бывал Владимир Ильич Ленин. Дом построен в стиле модерн в начале 20 века. В советское время в здании был устроен музей завода сельскохозяйственного машиностроения. Более 20 лет здание не использовалось, находилось в аварийном состоянии. Местные власти подсчитали, на реставрацию здания нужно было около 40 миллиардов рублей. По инициативе Люберецкой администрации дом Круминга включили в программу губернатора «Усадьбы Подмосковья». Был объявлен тендер. В нем победила предприниматель Галина Ярыгина. Работы по реставрации дома она начала 3 года назад. И вот сейчас получила документы о переходе на льготный режим налогообложения. 1 рубль за 1 квадратный метр. Планируется, это будет гостинично-рекреационный комплекс для развития регионального туризма, ну и также гостиница для сотрудников. Там не очень большая площадь, поэтому это все очень компактно. Все это планируется запустить в течение года. На очереди благоустройство территории возле дома Круминга и популяризация памятника как культурного объекта городского округа Люберцы. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.